Так, ну пойдемте за компасом сгоняем для мужика. Я и не думала, что ходить в приключения так тяжко. Особенно, когда не во что положить. Ого, какая у тебя большущая сумка. Подаришь? Спасибо огромное. Я тебе тогда подарю свой старый мешочек с травами. Мешочек-то старый, а вот травы свежие-свежие. Это, короче, квест, который, видимо, нужно прям... Ну, мое подозрение, что до самого конца игры. То есть мы от персонажа к персонажу будем передавать... всякие предметы, и в конце получим что-то прям полезное. Мне так кажется. Маленький мешочек источает терпкий запах. Так, ну вот там сверху штуковина. Сейчас бы захилиться было бы найс. Опять ловушки. Давайте, падла. Я силёнок поднабрал. Скажу вам честно. Лежать на месте. Это старая мельница, настоящий лабиринт, но мешкать нельзя. Путь впереди не близкий. Я хочу обрести знания, а ты починить мельницу. И найти подругу, да? Удачи тебе! Не будем терять времени. Ты шутишь, чтобы медведя будить? Ну, может быть, кстати. Да, да, надо будет обязательно потом прокачать, но это стоит 1800, довольно дорого. Но в целом обязательно прокачаем, это еще и ману не тратит. Ударная волна это. Так, погоди, это где находится? Прям над нами где-то. Нормальный такой секрет. Понял. Так, мы теперь можем перейти вот сюда, я так понимаю, да? Приятненько. Опа-на, а что это там такое гнилое в пенечке, видите, слева? Там еще, по-моему, вниз можно попасть. Да. Что вот это такое просто? Чтобы передохнуть? Тройной прыжок, он стоит 3000. У меня пока что таких денег не было.
все поменялось. Где? Это не тот же самый рычаг? Так, тут головоломкер. Да, это тот же самый рычаг. Или нет? Мы, короче, повернули, хорошо ли это или нет. Наверное, хорошо. Так, еще раз, да, поворачиваем? Угу. Жестко. Так, мы пришли, секретов там нет никаких? Вроде нет. А, есть! Надо пойти забрать. Яй! Так, подхилимся сначала, а то можно и умереть так. Да, это все еще Unity. Блин. А как здесь забрать секрет? Видимо, при другом повороте надо было забирать. Не, ну они хорошо использовали движок Unity, типа. Никаких проблем с игрой нет. Вот, типа, с этой частью на релизе небольшие проблемы в плане звука. Я думаю, со временем это пофиксят. Блин, а здесь шипы еще появляются. Блин, как балдежно он двигается по этим штукам. На крюке своем. Орда забралась, да?
Опа! Железная игла. Если положить эту иглу в воду, она укажет на север. С ней легко ориентироваться на местности. Я уже забыл, кому нам нужно току, да, для железной иглы? Спасибо огромное, Манихард, за 27 месяц. Twitch Prime Resub, спасибо большое тебе. Так, вот ради этой иглы мы, по сути, здесь и морочились. Больше здесь ничего, по идее, нет, да? Дедишки, да все отлично. Все хорошо. Можно сразу отдать в таком случае. Только я, по-моему, немного не туда пошел. Да, сюда мы попозже вернемся. Мой компас, наконец-то! Я у тебя в долгу. Вот, держи. Больше не в долгу. Руду дал. Блин, мог бы по цене что-то дать, друг. Ну ты еще хоть. Я руду и так нашел, если что. Тут еще, кстати, руда где-то. Фрагмент ящейки энергии. Погоди, а руда где? Руда под нами, обалдеть, два секрета. Всем руды, чуваки. Скоро так уже... Нормально обновимся. Справа еще какая-то мини-зона, и здесь секретик, да? А здесь еще? Фрагмент ячейки жизни? Окей. Этот крюк очень-очень длинный. Но его нужно использовать под правильным углом. Пьедестал. Это для гонки, что ли? Давайте активируем. Да, действительно гонка. И опыт забирать. Усовершенствованное притяжение. С ним вы можете притягиваться к врагам. На крюке? Жестко. Хватит. Черт, хватит. Вот зачем, скажи тебе, Непнеп, огромный рост, зачем? Про
Вскоре в роднике некогда была великая библиотека. Знания текли сквозь ее стены, будто вода. Теперь было утеряно, а вода затихла. А мне зачем? Я не просил об этом никогда. Мне он супер как бы нигде не пригодился, если что. В некоторых ситуациях даже мешал. Легенды оказались былью, дух, библиотека родника. Ты только взгляни, сколько тут знаний. Но есть здесь еще что-то, какая-то нечисть. Чувствуешь смрад? Похоже, он доносится откуда-то сверху. Может, сходишь, проверишь, пока я тут читаю? Я всегда готов помочь. Так, может, можно улучшить что-нибудь? Можем улучшить взрывной удар, чуваки, кстати. Может быть, забацаем, а? Скажите, что произошло после первого босса? Ну, мы пытаемся сейчас очистить воды, запустить мельницу, избавить воды от токсинов, скажем так. Блин, а можно долететь? Блин, ведь можно, наверное. Нужно быть богом. Или тройной прыжок. Фук. Не хватает чуть-чуть. Может быть, попробовать... Федеральные будут пользоваться этим определенно. Загадочное семя. Вы нашли новый предмет для задания. От него исходит тусклое свечение. Возможно, кто-нибудь подскажет вам, что это за семя. Симон. Тут чистая водичка. О, господи Иисус. От нее есть мрак. Бежим нахрен. О-не-о-не-о-не-о-не-о. Я вышел. Найн! Присасывание работает порой против меня. Прикольная погоня, чуваки, очень прикольная.
Получен достижение поток воды. Ну, я не могу снять присасывание, потому что оно зачастую и помогает. Оно как бы иногда руинит, а иногда супер помогает. Похоже на момент из первой части, да, когда мы из дерева выбирались. Вода снова течет. Быстрая и чистая. Чистая и быстрая. Смелости тебе не занимать. И мокрости. Надо рассказать Кволоку. Сегодня счастливый день для всех обитателей топий. Вода течет, мельница работает. Порадуйся, Кволок, этой новостью. Подпись какая. Медведи траву в нос засунут. Ну, можно чекнуть, да. Сейчас покупаемся здесь. 10 руды у нас, чуваки. Мы уже можем 2 апгрейда купить там 100%. О-ну-ну. Почему от него нельзя отсосаться? Точнее... Так, нам нужна хилка. Это что за место боли? Алло? Не надо! Вот зараза! Пошел, блин, отсюда! Какой? Проваливай. Там, блин, кусатели какие-то. Так, сейчас хильнемся. Разве не 11 должно быть? Да нет. Думаю, что не 11. Так, а дальше еще, что ли, можно плыть? А тут секрет. Блин, секрет это круто, но я не могу... А, он может разрушить. Гениально. Вот до Ори я стримил типа вообще без дропов, и сегодня вот опять они начались. Вау, райская лагуна. Thank you.
мне хана. Так, куда мы здесь можем проплыть? Кстати, вот там еще можно было что-то залутать. Так, ну чё? Говорят, у тебя получилось добраться аж до самого рая. Да, колючек там раньше было поменьше, но все-таки светлые озера сумели противостоять упадку. Вот бы там побывать. Но у меня здесь много работы. Покой нам только снится. Будь у меня горликова руда, я бы сделал эти поля пристанищем для всех. Ну давай, сейчас сделаем. Капитальный ремонт забацаем, чтобы домики были. Нормально, и по хапи. Домики-моки, как новенькие, ремонт им еще долго не понадобится. Мы горлики строить умеем. Не хочешь помочь мне с очередным проектом? О, что-то новое открылось. Крыша над головой. Надо построить еще несколько домиков. Давайте колючку, наверное, сначала уберем. Отлично, прямо сейчас и начну. Больше никаких колючек, родниковые поля, с каждым днем все краше. Пока хватит проектов. Нет, Dragon Ball я не смотрел. Бежала после школы, чтобы успеть на крестовый поход Хрона, а тетрадка мне скучной показалась. Не, мне как раз поначалу тетрадь смерти очень понравилась, но потом типа жуть какая-то с ней произошла. Просто жутики. О, это что такое? Тали. С тех пор, как мне пришлось бежать из замерзшего сада, после бури я повидал немало странного, но дух... Родные мне о вас рассказывали. Такие, как ты, когда-то обитали в краях, где меня зовут чужаком. Я, конечно, не жалуюсь. Я уже почти забыл, каково это чувствовать мягкую землю. Но здесь пока совсем не так, как дома. Список проектов. В отличие от своих сородичей, ловцов света, эти цветы питаются не солнечной энергией, а лунной. Мы можем посадить, типа? Тогда приступим! Знаешь, как луна притягивает воду, вызывая приливы и отливы? Эти занятные растенницы тоже все притягивают. В нашей избушке на столе всегда стояла ваза с ними. Это любимые цветы моей матушки. Здорово, жабик. Приветствую тебя, дитя. Моки говорят, благодаря тебе вода вновь научилась течь. Смрад, что прежде одолевал родник, исчез. Жители Топии перед тобой в долгу. Путь в тихий лес на востоке открыт, но будь начеку. В лесу живет та, кого Моки называют Крик. Ее сердце камень, ее голос боль. Надеюсь, ты отыщешь свою подругу раньше, чем она. Да уж, действительно. Блин, в тихом лесу, если мы найдем совушку, то это будет прям балдежно. Так, можно здесь проплыть? Тут же тоже какие-то прибамбасы должны быть.
Что-то я заплавался. Не, оно не ломается. Ну, конечно. Пум-пу-ру-пум. Ты еще долго стримить будешь? Я просто думаю, дождаться конца идти в магаз или просто сейчас бегать. Ну, не знаю, еще, ну, типа, часик, может, парочку часиков постримлю. Мельница проснулась, вода снова чистая. Мельница живет, вода бежит. Теперь можно рыбачить и плавать тоже. Ай. Мрачные воды. И как мне здесь залезать? Опять какая-то штуковина, да? Ну да, я никак не залезу. Все шипами покрыто. Быстрее, 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 быстрее. Фух, еле-еле. О, это она. Это кто вообще? Что это такое? Берегись, Ори, в этом лесу мы незваные гости. Лес — ее владение. Тихий лес. Смотрите, они все окаменели, что ли? Она как медуза превращает все в камень. А сгорели? В этой воде ты сразу умираешь. Вот лайк заисина. Колодец, кайф. Так, наша подружечка где-то там находится. То есть это через низ нужно идти, видимо. Ки. О, дух, несущий свет, здесь, в моем саду, таким, как ты, не место. Деревья нуждались в вашей помощи, но ты... Но так и не получили ее. А теперь оглянись, видишь, мой сад погиб, превратился в камень, рассыпался горьким прахом. Осталось лишь одно деревце. А, даже оно охвачено недугом. Уходи из этих владений смерти. Да, уходи, как и другие духи до тебя.
Разве что ты сможешь исцелить мое последнее дитя. Возьми его отравленную ветвь, дух, несущий свет. Отыщи целителя природы. Искупи предательство духов. Безжизненная ветвь. На вид это ветвь серая, безжизненная. Это побочное задание, да? Но, видимо, это дерево, которое дает навык. Блин, там наверху руну, но хрен знает, как ее забрать. Так, вот туда залезть. Здесь нужен ключ. Первый ключ получен. Ну! Блин, грустная музыка здесь такая. Чувствую, что вернулся в первую часть. Тихий лес. Это типа локации с первой части? Царила тишина, возникшая из пепла. А, это лес, который сгорел. То есть вот это то самое главное дерево, что ли? Или нет? Или это просто какое-то рандомное дерево? Чин говорил тебе путешествовать по тихому лесу и потом рассказать, что там да как. Он бы и сам проверил, но такая среда ему не по душе, типа пахнет смертью, много пепла, то есть все сгорело. Ну да, действительно. Ну откуда здесь тогда, типа, так много сов вот этих вот, ну вообще птиц? Видимо, просто как бы... О них рассказано не было, но все они умерли во время пожара. Совушка. Естественно, теперь нас будут насиловать. Что это вообще такое? Кто ты за чудовище? Сушка такая, погнали отсюда. Тепло угасло, и его сияние померкло. Пропавшая подруга. Так, а что у нас есть? У нас есть вот это. И все, да? Ну и стрельба. Thank you.
Но, видимо, все остальные секретики мы будем уже потом собирать, да? Или нет? Там ключ, кстати, есть. Сейчас ключ мы точно забрать не сможем. Здесь тоже секретка с руной. Ну, короче, птичка не может ничего сделать такого прям. Своим сиянием ты нарушаешь тишину, дух. Глупо, она слышит и видит. А тебя, да. Тебя увидеть легко. Мы подчиняемся тишине, а остальные, им не выбраться. Не можешь найти дорогу, дух. Для тех, кто здесь заплутал. Тех, кто здесь заплутал, редко находят. Так, что можем сломать? Ничего, наверное, порывом ветра-то. По идее, ты сейчас сможешь ту руну забрать? Ну, если, типа, порывом ветра того мужика, ну, отправить в стену. Взорвать его. Четыре ключа здесь нужно. Это как? Походу реально вот так вот это делается. Ну пойдем заберем тогда ту руну тоже. О, нифига. Я вообще случайно сюда залетел. Так, а вот и ключ. Еще один остался ключик где-то. Листья здесь? Какие листья? Да эти листья. Нифига тут что есть. О, нет. Она молчание берегла, не в силах сдать без боя. Вот оно что, оказывается. Тупо секретики. Так, может быть, на эту штуку тоже парня нужно призвать. Тут видно, что по механикам секретки будут просто для Ори. Хотя, может быть, забрать можно. Не, чуть-чуть не достаем. Хотя...
можем и достать. Ой-ой-ой. Не к добру. Осторожно. Вот заманить его сюда наверх будет тяжко. Легендари. Там упокоились бы те, кто век не знал покоя. О, спощара. Давайте быстрее вычехать. Опа-на, еще одна гонка, гайс. Будущее. За звуки страшилки. Перышко наше. Сейчас будет погоня 100%. А дом был близок, но недосягаем. Она кушает плоть. Здорово, Аутрокс. Господи Иисус. Сейчас бы скримеры нахрен в эту игру делать. Так. Ну, мы на удивление даже, по-моему, ничего особо не пропустили сейчас. Так, а если сюда пойти? Где сюжетное место, а где Васянское? Через это дерево потом, видимо, перелезть можно будет. Конечно. Сейчас будем спучка.
Нет, только не снова. Черт побери, что за клиффхенгер какой-то? Как мы узнаем, что было там дальше? Ну, мы болеем за птичку нашу, она 100% улетела. Там была пропасть, она полетела. Ее не приплюснуло. Я прыгать не могу? Почти все навыки потерялись. Он сказал кью, по идее. Чего? Она не могла умереть, не может такого быть. Да как так-то нахрен? Да что это за жопа? Они оживят ее сейчас. Обязаны оживить. Она дышит же? Это же не похороны. Она дышит же. Я не понимаю, что происходит. Она выздоравливать должна. Чемпион. Объясните мне, что творится. Короче, я обязан вылечить ее, походу, пока ее оберегает свет. Твоя подруга. Не очень жаль, голос леса сделал для нее, что мог, но свет его слаб. Эти темные времена принесли много страданий, особенно самым маленьким созданиям. Когда его не стало, свет разбился на части.
духов не стало, и в наш мир пришел упадок. От былого света остались лишь тусклые огоньки, да и те разлетелись. Брошенные на произвол судьбы, они вскоре угаснут навек. Это лишь вопрос времени. Но моки помогли мне разузнать, где они упали. Память леса скована морозом на севере. Медведь должен проснуться. Его глаза сокрыты во тьме на юге. Его сила погрузилась под воду на западе. Будет полностью водная локация. Его сердце погребено в зыбучих песках на востоке. Жесть. Это мы туториал прошли, получается. А его голос стал твоим спутником. Поодиночке они светятся тускло. Но вместе, только этим огонькам по силу справиться с приключившейся бедой. Слишком долго я прятался в своей лощине. Я тоже отправлюсь на поиск. Прощай, дитя. Мы с Моки постараемся прийти на помощь, он сказал, или помочь. Возьми, Ори, тебя унесет далеко-далеко. А мы останемся и присмотрим за твоей подругой. Пирог Кура. Вы освоили новое умение. Ну, понятно, парить. Теперь можем. Я говорю, мы прошли только 20%, наверное, от всей игры. Я не могу сейчас посмотреть, сколько мы процентов прошли. Это смотрится в городе. Погоди, это что за место вообще? Осталось найти три огонька. Но это мейн-квест наш, по сути. Теперь игра очень грустная, но мы сделаем так, чтобы она не была грустной. Спасем совушку. А, это то место, по сути, где я как раз выходил, да? Я же плавал здесь. А налево мы можем пойти? Нам же не обязательно идти направо сейчас.